Что это сейчас было? На курточках как лягушка прыгает. Жаба. Погоди. Где долговцы? Оп. ПГ. ГПшка. Я путаю, блин. ПГ, ГП, ГГП, Б, ГГБ, КГБ. Нет, 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 нет! Нет! Твою мать, отвали! Да в смысле меня засосала другая? I can fly. Ты просто смотри! Отвали, отвали! Нет, 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 нет! Леха! Как меня задрал вот это? Как ты меня задрал, собака? Что это за проклятое дерево? Куда полетел? Куда полетел? Ай, на части просто. Получается, если доктор мне говорит стрелок, стрелок, ты стрелок, сходи туда, там принеси это. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Сталкер Тень Чернобыля. Подходи, итак, сталкер, мы с вами, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. С вами, короче, нашли много оборудования, много снаряги, Спас-14 нашли, короче. Так, где, где-нибудь нужно раздобыть нам не тормози, патроны мужик. Для снайперской винтовки, потому что она лежит у нас вообще без дела. Это плохо. Так, 22 дротика для спаса. Я не знаю. Подходи, я так и не понял, короче, написано типа плохо подходит для стрельбы с дробью. А вообще-то с дробью интересно, она может стрелять или нет? Ну, плохо подходит дроби, но может ли не она тормози, мужик. Вообще моя ей стрелять? Информация может тебе пригодиться. Стоит ли вообще покупать дробь или где-то брать ее? Вот. Так. Здесь что у нас? Здесь у нас мы все оставляем как есть. Так, подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть. Окей, 5 колбаса. 5. Так, окей. Я еще хотел посмотреть. Не тормози. 5, 56, 45. 5, 45, 39. Так. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня. Значит, получается, патроны. Вот эти. Бляха, что я там? Вот эти патроны не подходят. Так, дробь я возьму. Да, бляха. Дробь я возьму, мы проверим, короче. Моя информация вот может тебе пригодиться. Что еще, что еще, что еще? Все, в принципе, все. Хвосты нам не нужны никакие, ничего и никак. Так. У него я попробую сейчас еще информацию взять. Так я покажу, подойду. Бармен. Это твой бармен. Тебе сюда нельзя. Да заткнись ты. Бармен. Отвернулся, козел, и все. Для таких, как ты, у меня всегда сюда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, ладно, я торгую информацию. Хочу купить информацию. 3500 будет стоить информация. Прикинь, в данный момент я готов продать информацию загадки озера Янтарь за совершенно символическую цену в 3500. Загадка озера Янтарь. Мы были на Янтаре. Я не знаю. Ладно, давай. Загадка Янтаря сходна с загадкой выжигательного мозга. Их эффекты во многом близки. Неизвестное излучение зомбирует всех, кто попадает под его действие. В результате зомбированный сталкер перемещается вокруг центра некого излучателя, атакуя всех, кто не облучен. Есть информация, что о подземельях находится разгадка Янтаря. Вот коренятый излучатель внутри. Но это мы уже все, конечно, в данный момент информации нет. Ты идешь в лес. Так, сюда иди. Бармен, бляха. Мне патроны нужны.
Нужны патроны. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня ублюдок, всегда есть кое-что интересное. Не тормози. Вот ублюдок. Ладно. Ну что делать? Так, так я от него ничего не добьюсь. Короче, отправляемся. Проходи, на кордон. Бляха! Ты видал? Ты видал? Жека. Проходи, Жека. Не задерживайся. Жека. Проходи, не задерживайся. Жорик, сори. Жорик, ты видал? Ты видал, что там творится? Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Твою мать, а! Вступи в долг. Помоги мирным людям. Где это говно? Мужик, я тебя достану! Давай. Да где мой ножик? Бляха, бляха, нечестно. Что это сейчас было? На курточках как лягушка прыгает. Жаба. Меченая жаба. Я сохранился или нет? А, может сейчас отвиснет, короче, бармен. Так, бармен, иди сюда. О, молодец. Молодца. Так, торговать. И я хочу патроны посмотреть. Чего за тебя патроны? Вот это вот. Это они? 5.56. 5.56. Да. Забираю у тебя вот эти все патроны. Так, и все. В принципе, все. Да, спасибо. Все, давай, пока. Меня ждут приключения. Идем на кордон, короче, ищем проводника. Проходи, не задерживайся. Тихо, тихо, тихо. Я хочу, знаешь, я его ножом хочу зафигачить, чтобы по-тихому. Получится ли, я вот не знаю. Так, погоди, его нет нигде. Ну, хорош. Так, карта, карта. Мне... Бляха, это где? Зацепила меня! Получи! Умри ты! Умри, собака! Ну что ты не дохнешь? Отлично. Так, минус один. Какой? Нет здесь никаких, никаких противников. Так, ладно, убираю нож. Я надеюсь, на меня агриться никто не будет. Окей, так, план задач. Задачи. Добраться до антенн. Отключить выжигатель мозгов. Нет, мы пока туда не идем. Мы идем с вами с проводником. Поговорить с проводником. Угу. Проводник у нас находится на кордоне. У нас есть важная информация для доктора. Так, окей. Идем на кордон. Чтоб на кордон попасть, мне нужно... Где у меня карта, бляха? Чтоб на кордон попасть, мне нужно идти... Погоди. Где долговцы? Это второй друган, да, его? Сюда иди. Смотри, свалил, блин. Пострелял и свалил. Вот ублюдок. Сюда иди. Ты где? На тебя наберусь! Давай, давай, попробуй. Да на тебе! Ублюдок, а? Так. Все, больше никто на меня не будет нападать. Да я голым ножом вас зарежу. Так, эти патроны мне не нужны больше. Все. Ты нормальный, ты не будешь меня стрелять? Оружие убрал. А, так. Все. Наконец-то избавился я от этих ублюдков, утырков. Которые мешали тут. Я надеюсь, больше никто не будет агриться. Я сбился с мысли, короче. Они мне толком не дали... Так, на свалку. Мне нужно идти на свалку. Через свалку, короче. Росток. Погоди, кордон. А. Через свалку.
на кордон. Это кто? А, это проводник. Он не на само, он, короче, не в лагере новичков получается, видишь? Окей. Значит, мы идем вот так. Все, направляемся в путь. Путь, дорогу. Больше, вот реально, больше, я надеюсь, никто... Погоди, а на арене там больше ничего не появилось? Я король арены, да? Все, больше ничего не появилось, да? Ты уже стал мастером. Ну, иди ты, пень. Так, у тебя там ничего не появилось, нет? Хорошо. Тут... Пусто. Давай, бывай. Давай, бывай. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть... Иди своей дорогой, Сталкер. Иди своей дорогой, Сталкер. Ню-ню. Ню-ню. Так, мне еще сказали, что... Блёха, 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 блёха. Это кто, куда? Чё, кого? Иди своей дорогой, Сталкер. Кто в кого стреляет? Долго. В смысле? Внимание, обнаружены враждебные... Вы будете по мне стрелять? Приказ всем, кто находится на территории долга. Срочно... Нет, вы нормальный? Внимание, ну, спасибо. Что-то дичь какая-то, просто дичь какая-то творится. Или это не меня ищут? Внимание, ПГшка. ГПшка, то есть. Или ПГшка. ГПшка. ГПшка. Так. Собакина. Пошла вон. Оп. 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 Подбежала. Ух ты! Тихо, 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 тихо. Что у вас так много развелось? Хера, собака Супермен. Ого, собака Супермен. Ну-ка, иди сюда, шавка. Одна засала, да? Я тебя урою все равно. Я все равно тебя урою. Чтоб не плодились. Так, окей. Надо пожрать. Запить. Бастера. Что там сказал? Ага. Оп. А в смысле? Ты мне? Ладно. Похер, на них, на всех. У них уже крышня поехала, видать, из-за этого выжигателя мозгов, из-за излучателя вот этого. Уже все, они умом тронулись. Уже своих, короче. На своих уже нарываются. Оп. ПГш. ГПшка. Я путаю, блин. ПГ, ГБ, ГГБ, Б, ГГБ. КГБ. Так, я возьму спас. Сейчас на свалке начнется, наверное, защитить то, защитить это. Защитить тихо. Стоянку. Так. А отсюда вывалится какой-нибудь артефакт. Где там? Нет, ничего не вывалится. Не активируется, да? Ну ладно. А из тебя? Тоже не. Ну и хрен с ним. Так, что там? Журнал. История.
Справки у нас еще. Зло мужику. Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Отдыхай. Опусти оружие. И что думаете? Опусти оружие. Парень, оружие спрячь. Убрать оружие. Да нет. Я как-нибудь сам. Так. Там он постоянно респанится в Индюгане. Так, что это сейчас было? Как всегда, приглючило. Так, там защитить, наверное, надо. Там у нас отдыхают. Как всегда. Как не прохожу, они там все отдыхают. Окей, мне пока здесь с ними ничего не надо. Я отправляюсь проводника искать. Так, там что-то бегает. А, понятно. Псевдопсино. Здесь, кстати, тоже частенько респанятся бандюганы, помните, да? Зачем? А, это псина? Ну-ка. Все, бежать. Так, хвоста нет. Оп, хвост. Хорошо. Так. Что-то псевдособак здесь разбегалась, да? Заметили? Заметили, да? Вот и время проходит на зоне, да? И как бы меняется, да, все. Заполняется, допустим. Погоди, а у меня вот здесь патрона нету. Таких, как мне нужно. Бляха, тут всех пережрали, что ли? Оо, стая! Нет, ни хрена себе стая! Да сдохнешь ты или нет? На. Лёха, нифига она такая. Маневры такие делает. Пошла вон. Всех пережрали, что ли? Ясен фиг, такая стая, да? Просто жесть. Так, я взгляну просто. Тихо. Шла вон. Так. Да в смысле? Блёха, они такие бронированные просто. Жесть, бронированные собаки. Все тихо. Так, что у нас тут? Один батон заберу, одну тушенку, колбаску. Так, это оставлю. Ну, в принципе, все, да? Ничего интересного. Зря только потратился, ладно. Да, спас, блин, он на близкое расстояние, в принципе, только. Еще и дротиками. Дротиками надо четко попадать, знаешь, дробью бы она так в рост бы летела и убивала бы.
Дротиком надо четко попадать, а по этим собакам четко попробуй попади. Носятся как угорелые, как в жопу ошпарены. Вернуться за награды? Если? Куда, к бармену? Понятно. Так. Зря же я тут вон сколько неба корчу. Я и друганы мои прорвемся. Молодцы. Так, вот здесь что у меня? У меня здесь тоже какой-то тайник. Кстати, у меня у Сидоровича там тайник еще был. Я не помню, что я туда сложил. Так. А вот такое вам как? Патронами кинул. Понятно. Здесь тоже ни черта нет. Ну, аптечки можно забрать. Петюню. Понятно. А вот такое вам как? Здесь тоже кругом пусины, да? Так, я выдохся. Ну, здесь они и бегали. Вот на свалке что-то их там развелось, да? А вот где вот... Кентарю дорога. Так там вообще дичь. Что творится? Ясно. Вот чётенько попал. Вот так бы всегда. Так бы всегда. О, чётко. Оп, 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 оп. Бляха. Они такой, как будто раздвоились, да? На, лежать. Сыкуны. Собаки противные, да? Что бандюганы, что собаки вот противные. Так, погодь, где у нас там? Бармен. Ага, я почти. Я почти. Я почти на месте. В тех домах, что ли? Лёха, ты прикинь, сколько собак. Просто откуда они расплодились, просто откуда? Неужели здесь до катастрофы вот этой? Это же обычные собаки мутированные. Неужели до катастрофы столько, вот столько собак здесь было? Эй, проводник, ты где? Ты проводник? Ты мертвый? Лис. Эй, проводник. А во, ух ты. Проводник, точно. Здорово. Здравствуй, брат. Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Смотри-ка, ты откуда знаешь о докторе? Меня послал призрак. Помоги мне срочно связаться с доктором. Так бы сразу и сказал. Доктор в тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за которого себя выдаешь, то место знаешь сам. Ага, в тайнике группы Стрелка. Нет, это первый туннель, наверное, да, в который мы залазили. Так оно и будет. Это где не агропром, да? Спасибо. Что у тебя там есть? Это бери, хвосты. Спасибо. Да, настроение хуже не бывает. Настроение хуже не бывает, да. Так, ладно. Мне, получается, надо теперь отправляться в сторону Неагропрома. А, вот. Правильно же я понял? Т-1.
тайнике стрелка находится. Дается с доктором в тайнике стрелка. Ой. Бар. Неагропром. А, ну правильно. Вот меня, смотри, перекинуло. Оп. Неагропром. Правильно. Я, короче, знаю, куда идти. Это обратно мне сейчас на свалку. И через свалку на агропром. Все понятно. Движемся. Сидорович, я не пойду, короче. Видишь, если бы проводник сидел там вот, в лагере новичков, то я, может быть, к Сидоровичу заглянул. А так смысла нет. Вроде там не говорили же, не было же такого, чтобы типа какие-то новые спецзадания там появились или что-то еще. Я думаю, бы Сидорович сам это, ну, связался и сказал то, что спецуха какая-то, да, появилась новая. Ёпки, это что сейчас там было? Окей, так. Бля, какое черное небо. Посуда, смотри. Так, сейчас там куча бандюганов, наверное, будет, да? Я думаю, наверное, будет правильнее взять ГПшку. Так, ну, сократить-то можно? Не агропром. Ну да, я в принципе могу сократить. Пройти вот так. Если там радиации нет. Хотя у меня есть защита от радиации, в принципе. Ну и возможно здесь какие-нибудь артефакты найду. Как вариант. Нихера там залп такой. Так. Бляха, мне туда как раз. Ладно, пойдем аккуратно. Так, свои, хорошо. Нихера себе тут группка. Группка. Оружие убрал. Ствол-то убери. Оружие убрал. Ладно, вы группка. Все нормально. Ты ствол-то убери. Нихера себе. У него двойной голос, слышишь? Оружие опусти, мужик. Да все нормально, идите там своей дорогой. Иди своей дорогой, сталкер. Так. Бляха, я не знаю, смысл есть вот эти вот еду брать. У меня вот своя вот есть. Как бы она, в принципе, мне ее хватает, знаешь. Вот этих 5 штук. Вот дроп я возьму, который на проверку. Кого они опять там надыбали? Я вот прошел, никого там не видел. Так, тут смотри, сколько артефактов. Вот артефакты я заберу. Леха.
Нет, 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 нет! Нет! Твою мать, отвали! Да в смысле меня засосала другая? I can fly. Бляха, ты прикинь, откуда? Я чё, не сохранился, что ли? Чё за дичь? Как так-то? Я реально не сохранился? Жесть. Хера там засосало тогда? В принципе, и тем более я стоял-то далеко от нее. Как она меня так всосала-то? Все, убили. Молодцы. Короче, обследовать тут трупы бессмысленно. Чего, бляха? Так, убери оружие. У вас тут чел сгорел. Убирай оружие. У вас тут чел просто взял и сгорел. Вы че? Оружие опусти. А он мне убирай оружие. Хера такой. Так, ладно. Бляха, вот тут ломать мясо. Как-нибудь аккуратно, может, попробовать подойти за... Да в смысле? Вот смотри, она меня всасывает. Хера она на таком расстоянии всасывает. Ты просто смотри! Отвали, отвали! Нет, 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 нет! Жесть! В жопу, короче, эти артефакты. Да бляха, она опять меня всасывает, смотри. Я тут пройду или нет вообще? Стоит мне вообще под... Так мне вон туда вообще надо. Бляха! Как меня задрал вот это? Как ты меня задрал, собака? Что это за проклятое дерево? Куда полетел? Куда полетел? Ай, на части просто. Так. В жопу тебя. Какое-то проклятое дерево. Бляха, тут... Ой-ой-ой. Так, я успею. В смысле? Меня не пускают. Я... Да нихера себе сократил, называется. Какого хера меня не пускают? В смысле? В смысле меня не пускают? Во. Да свои, свои. Высокий уровень радиации. Да какая нахер? Нате в борщ, говорит. Нате в борщ. Все, пошли они лесом. Мне нужно найти стрелка. О, это тайник стрелка. Это, о, это сейчас мне опять в катакомбы. Там проходить, там по, в любом случае опять кровососы всякие. Там же контролер. Там же контролер. Так. Сирена.
была. Окей, а надо люк этот найти, короче. Где-то он. Он где-то здесь. Если не изменить память, да? Или где-то с другой стороны. Погоди. Или с другой стороны там где-то. Там, я помню, что-то отступали они, короче, и... А что такое-то? Эй, в смысле? Они отступали? Леха, бесценный патрон. Да собака! У вас тут бесценный патрон от автомата тратить. Он там где-то. Херня, смотри, как гроза. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делает? Медведь малину собирает. Бляха, где? Я не помню. У меня, кстати, вот здесь вот этот тайник еще. Две собаки. Да где там? Так, а ни черта и нету опять. Выноси сволочей по одному. Яха. А, они с бандюганами, короче. А, это бандюганы. Сами по себе бандюганы. Да. Там где-то еще один. Да выйди из кустов-то, ты дебил. Все, лежать. Да в смысле? Вы мне не дадите пройти? Быстро. Где люк? Бляха. Ладно. Сейчас тут спущусь. Тут, по-моему, тоже есть вход. Здорово. Какого хера? Лежать. Так, мне просто нужно найти люк. Лежать. Погоди, где-то здесь. Вот он. Нашоль, нашоль. Уничтожит бандитов возле Ниагропром. Нет уж, спасибо. Так, погоди, выбираем. Вот это. А, нет, дробью, смотри, он может стрелять дробью. Просто не подходит, да? Так, ладно, сохранки. Вот снова мы вернулись с вами. Это страшное место. Вы помните, да? А, нет, я не в этом туннеле. Я X-18 там пересрался, да? Здесь-то еще более-менее. Леха, ты смотри, какие там, сука, артефакты. Артефактов. Ладно. Я не буду рисковать, суваться. Так, здесь где-то тайник, смотри, еще какой-то есть. Опа, крестик. В смысле? Этот крестик, это и есть тайник? В бочке? Прошлых трупов здесь остались только, короче, эти автоматы. И один бандюган получается остался всего. Ух ты, нихера, с какой пушкой-то. Не жирно ли,
Так, ладно, я примерно помню. Я уже слышу, кто-то рычит. Здесь кровососы по-любому должны быть. Они, наверное, зареспанили здесь. Но вон ходит. На тебе. На тебе. На тебе. Кровосос сделал Себаста. Так, почему-то я думаю, надо... Почему не все посваливали? Это мне не нравится. Мне это очень не нравится. Оп. Эти бутырки они свалили. Мне реально не нравится. Может, здесь что-то такое, чего они боятся? Ох ты, как чука-то! Ништяк! Ботов! Блёха! Чё за... Что происходит? Почему мне херово? Контролёр? Нет, пожалуйста, только не контролер, погоди. Я со вторым встречи не вынесу. Что происходит? Почему так херово? Почему мне так плохо? Приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер... Найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну, а там по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи! Вот это поворот. Стрелок. Эх, что здесь творится в этой херне? Стрелок. Я стрелок. Я не меченый, я стрелок. В смысле? Не, вы серьезно? Я столько искал, ходил этого стрелка. А это я. Я искал самого себя. В смысле? Так, погоди. Найти стрелка, убить стрелка. В смысле убить стрелка? Или нет? Или я что-то не договариваю? Ой, не договариваю. Что-то не понимаю. Найти и убить стрелка написано.
Так я стрелок, получается. Если доктор мне говорит, стрелок, стрелок, ты стрелок, сходи туда, там, принеси это. Добраться тайник на Припяти, добраться до гостиницы, найти комнату с тайником, исследовать тайник. Ёха, на Припять. Прикинь, на Припять. Город, да, этот Припять. Медицина. А это радар. А тихо бункер. Так, погоди, смотри, можно вообще. Я не знаю, друзья, в комментах напишите, как лучше поступить. Сначала на радар сходить. К этому выжигателю мозгов, да? Включить там все, а потом пойти в Припять, в тайник, либо сначала в Припять, а потом вот это. В комментах напишите, как лучше. Так, артефакты. Что за артефакты? Кристалл. Получается, при попадании тяжелого металла в аномалию жарко. Этот артефакт замечательно выводит радиацию. Такой артефакт высоко ценится сталкерами, мало где его нужно найти. Понятно, это мы уже знаем. Этот артефакт мы уже знаем. Короче, понятно. Окей. Давайте мы с вами посидим здесь. Вот. Посидим здесь, короче, в тайнике. Вот. То, что видос у меня подходит к концу. И вот в комментах напишите, куда мы отправимся в следующей серии. Ну, куда лучше отправиться. Вот. А пока, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.